этот нападающий в первой лиге играл сейчас. Лучше бы Локомотив. С армии пришел, и лучше бомбардир стал. Кто выделялся для тебя из команды? Какой игрок? Что? Как сказать, выделялся? Дима Болзов, машина. Нет, я не молодой. У меня 23 уже. Не, надо всегда интервью давать, чтобы ты... Чтобы меня, типа, узнавали, да? Это тоже самая большая реклама, это когда тебя снимают. Серьезно? Сань, иди к Алине, подойди. Смешанных холод на ногах. Смешанных выселил. Да вот так вот. Оба. Наума, прическу снимай, Саня. Тав, три погоды. Максима Бусы красивые. Укладка остается. Дим, ты когда на поле будешь? Сейчас, через 10 минут на поле. А в большую игру? В воскресенье. Уже готов? Да. Чувствуешь себя как? Очень хорошо. Соскучился по футболу? Да. Что я? Я ему просто сказал. Давно пора. Да. Я позвонил и сказал, едьте. Ребятки, шаг назад. Мы вдвоем. Все, вы и так знаете. Здорово, брат, как дела? Нормально, а ты? Отлично, отлично. Приветствую. Как сам? Супер. Тихо, Саня меня снимает. Давай что-нибудь веселое. Теперь серьезно надо что-нибудь. Я типа сейчас... Сашка. Тихо ты, задняя! 3, 4, 5. Да, шейк, забери! Мишаня, где ты? Куда, Мишаня? Правая сторона, отпустит ножки. Динамо Кадырова состояла в Бресте, для тебя это особенный матч, потому что тебя в Бресте любят, уважают. Вообще, как было возвращаться на стадион в Бресте? Артем Быков, кстати, пошел налево, а не направо, по привычке, свою раздевалку. Не, ну у меня такого не было. А по поводу игры, ну, я считаю, что игра получилась, она была очень интересная. Могли выиграть мы, потому что у нас был в конце очень хороший момент. Должны были выиграть. Да, но чуть-чуть не повезло, ничего страшного. А я думаю, что если у нас в чемпионате будет побольше таких матчей, с таким антуражем, с таким количеством зрителей, с такой поддержкой, это будет только плюс. Так что я думаю, динамовское дерби удалось. Когда ты уходил с поля, тебя трибуны приветствовали стоя, но об этом чуть попозже. Когда ты шел подавать тот угловой, с которого мы забили, свист был достаточно серьезный. Ты удивился вообще этому? Либо это все-таки было не тебе, а в адрес нашей команды? Не, я не удивился, но я играл за «Динамо Минск». И там полный стадион был болельщиков «Динамо Брест». Так что я думаю, там любой другой игрок и команда приедет и будет угловой подавать, и будет точно такой же свист. А по поводу
болельщиков, что они хлопали мне. Это очень приятно. Я всегда говорил, что Брест для меня тоже такой особенный клуб, даже когда еще не играл, потому что я родом рядышком с Брестом. И в детстве всегда ездил и посещал матчи Динамо Брест. Ну, хочу сказать, это очень приятно. И хочется сказать болельщикам Динамо Брест спасибо. Наконец-то мы переехали на натуральный газон. Игра со слухом прошла уже на стадионе. Как вообще вот была трава в том матче? Сейчас, ну, понятное дело, станет еще немножко лучше. Ну, когда со Слуцком играли, поле было не очень хорошего качества. Там были, ну, качковатое поле было. В Бресте перед игрой полили, и я считаю, что поле было, ну, очень хорошее. Фися, Игорь! Хорошо. Давай, сюда поудобнее будет ждать. Либо надо брать. Колоти! Ща! Игорь! Колоти! Колоти! Играй! Игорь! Хорошо, Лева! А я, Игорь, все. Че? Все. Еще одно можно же. Нет. Можно играть, но что ты? Хорошо, мы. Надя! Как дела? Хорошо, брат. Все нормально? Да. А кто там? Хорошо.